старался писать без помарок. Пожалуйста, сделайте деду подарок. Был долго в пути музыкальный привет. И вот подошел и обнял меня дед. Пришла к нему в праздник 9 мая любимая песня его «Фронтовая». Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних печально мы замолкаем.